Повторил я в этом году еще очень один довольно вкусный сорт под названием летний абрикос. Такие, он должен быть такой плотный, очень мясистый помидор. Там еще технической зрелости. Наверное, я их срывать не буду. А вот эти нижние, вот можно махровый. Махровый один пропустил. Какой-то уродец вырос, а не помидор. Летний абрикос, он должен быть прикольный. Парочка махровых летнего абрикоса такие. Интересные получились. Отклонение от нормы. Итак, 200 грамм почти. На вес 140. Ну вот 100-200 грамм таких красавчиков летнего абрикоса. Да, вот такой вот плотный мясистый разрез у летнего абрикоса. Это что за отросток такой? Это махровые. Махровые цветы были. Поэтому он такой получился. Сейчас попробуем на вкус. Так, держи тебе кусочек. Спасибо. Держи тебе. Он как манго на вид такое, дыневое. Так, и мне кусочек. Сорт летний абрикос. Ну, это прям перезрел. Тоже неплохой. Как ты понимаешь, перезревшие или не перезревшие? Ну, вот эти плотные, такие вот они. Они в нормальной зрелости. В камерах есть выразительная кислинка. В этой плотной мякоти она не маслянистая, а такая сахаристая. Сладость. Но помидор очень насыщенный. Кислый, да. Какого-то особенного послевкусия там и ноты каких-то там фруктовых у него не особо и нету. Но он тоже такой свой помидор. Своеобразный. Не сказать, что он такая банальная классика желтоплодного. Интересный, интересный летний абрикос. Такие летние абрикосы. Хороший сорт. Я его вырастил, чтобы еще обновить семена. Что у меня заканчиваются. Хороший. Надо пробовать.